Привіт глядачам. У нас новий день, без світла. Тому трошки світла освіщення буде не вистачати. У нас вже задовбали ці відключення електроенергії. Але в нас такий інструмент, якому світло не потрібне. У нього своя независима енергетика є. Так, у нас посилочка з міста Хмельницький від Галини. Оп. Витягиваємо. Как думаете, что это? Что это может быть? Высотные какие-то, блин, приборы. Пультик, а? Даже пультик есть. Редкий гость такой инструмент у нас. Но бывал он у нас такой. И это у нас что, ребята, как думаете? Это робот. Робот, который моет окна. Шовери. Так, заявлено, что он не включается. Блин, нам бы надо было все-таки иметь электроэнергию подзарядить. Но я думаю, пани Галина его однозначно подзаряжала, пыталась. Она заявила, что он перестал микатися после долгой спячки. Так, что, мы, напевно, его сейчас разберем. Мне нужно замерить напругу на аккумуляторе. Розібрав я корпус, состояние доволі хороше, чистий, чистесенький. Так, я замірив напряження і його вроді би як відсутнє, але щоб надіжно було, я взагалі акумулятор, ось він знаходиться на двостороннім скотчі з тройним розйомом на 3 піна. І по-моєму тут напруга відсутня. Оп, нема. Нема. Тобто, скоріш за все, акумулятор розрядився 0, і його зарядним, можливо, не бачить. Тому, все-таки прийдеться, є залежність у нас від електропостачання. Будемо чекати, поки дадуть електроенергію. Попробуємо к зарядному підсоединити. Не будуть видеть зарядне, будемо заряджати другим універсальним уже. Думаю, що тут просто проблема в розрядившемся на сраку акумуляторі. Так, у нас з'явилось електропостачання. Достав зарядку. Ну, горить зеленим. Підключив в розйомчик. Сам апарат загорелся. Желтий горит. Здесь так, мигает синий. Не помню, не знаю что. О, а тут жители есть. Проникли как-то внутрь электронного домика. Тут ничего не пишется. Я так думаю, что синий это идет заряд, скорее всего. Так, сейчас проверим вот сюда, к щупам. Вернее, к контактной площадке. Иголочки вставил. Сейчас посмотрим. Есть ли там вообще напряжение, чтобы не терять время. Может, сдох блок питания. Что-то есть. Не пойму, то ли напряжение плавает, то ли контакт плохой. Не, почти 11 вольт, так что будем чекать зарядки, подождем. Прошло зарядки минут 15, наверное, я отключил зарядное. На включение не реагирует. Так, что у нас по вольтажу? Всего лишь 0,2 зарядило. Так, короче, будем заряжать другим зарядным. Попробуем его разбудить. Аккумулятор категорически отказывается брать заряд.
Вот начинаю его раскрывать. Что-то я смотрю, такой он как бы маленько уписался, что ли, блин. Сейчас будем дальше открывать. Так. У нас уже в руках аккумулятор перепакованный. Спасибо пацанам. Все сделали, перепаяли сами. Установили, припаяли. Моя задача сейчас на двухсторонний скотч, надеюсь, закрепить. И будем тестировать уже его. Давайте посмотрим, что у нас на борту теперь имеет аккумулятор. 15,5. Во, вот это есть отличие уже. Это есть отличие. Так, все, занимаемся монтажом и будем тестировать наконец-то этот робот-пылесос. Или, это не пылесос, это робот-мойщик. Аккумулятор у нас подключен. Нажимаем на кнопочку включения. Реакции 0. Скажете, в чем косяк? Косяк в том, нету косяка. Робот работает от сети, и аккумулятор ему нужен только в том случае, если вдруг в сети 220 пропадает напряжение. Так, коннектим. Вот, оп, оп, звуковой сигнал есть, что мы можем нажать кнопку включения. Оп. Все, выключаем, выключаем мы тебя, все, 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 не заводись, не заводись. Теперь мы полноценно его собираем и будем тестировать. Так, робот уже установлен непосредственно на своем испытуемом полигоне. Запускаем его на работу. И пошел работать, все как должно быть. Итак, по итогу мы имеем положительный результат. Можно паковать и отправлять владельце обратно. Пускай користуется. Кому було цікаво подивитись такий контент, не забудьте поставити вподобайку технічному контенту на просторах YouTube. Всім пока-пока!